Человек, который своим примером направляет в будущее новое поколение, это учитель. И быть наставником – настоящее искусство. Оно не сравнится ни с работой писателей, художников и музыкантов, но затрагивает сердца не меньше, если не больше. Это не профессия, а образ жизни. В идеальном сознании образ педагога – это образ какого-то универсального человека. В современном мире век информационных технологий к уровню образованности учителей предъявляются еще более высокие требования. Постоянно работает над собой и герой нашего следующего репортажа. Бер, икке, үч, төрт, бәрекелле. Бахром Куранбаев – учитель высшей категории, отличник народного образования, с достойным стажем работы. В течение 30 лет он преподает начальным классам 5-й школы города Ургенч. Его научные работы по сей день пользуются популярностью в республике. То, что я стал учителем, заслуга моего отца. Сейчас я не представляю свою жизнь без детей. Каждый раз, когда я открываю глаза, сразу же представляю своих учеников, думаю о них, продумываю легкие способы преподавания, чтобы они понимали все предметы. Учителей начального образования обычно не так. Для сравнения мы провели анализ, с помощью которого выявили процентное соотношение преподавателей в Хорезмской области. Таким образом, в области имеется 540 средних школ. В них преподают 29 116 учителей и обучаются 351 тысяча учеников. А что касается начальных классов, здесь количество педагогов значительно меньше. Воспитанников обучают 6 596 учителей, из них 241 – а это 2% учителей мужчин. Многие знают Бахрома Куранбаева как самоотверженного, заботливого и мудрого наставника. Он всегда поможет, направит на правильный путь, поддержит в любой ситуации. В наши дни со стороны государства уделяется особое внимание учителям. Для преподавателей созданы все необходимые условия. Раньше мы работали с простыми материалами, писали на обычных листах бумаги, а теперь у нас есть возможность использования IT-технологий, имеются проекторы, введены инновации. Я стараюсь воспитать в своих учениках любовь к родине, чтобы они выросли полезными обществу. Школа – это второй дом для учителей и их воспитанников. Она играет особо важную роль в жизни каждого человека. Герой нашего сюжета, принимая во внимание этот факт, не стоит на месте. С каждым днем совершенствует свои знания в области преподавания и идет в ногу со временем. Бахрома Куранбаева уважают, ценят и любят. Он стал по-настоящему родным человеком для своих учеников. Открывать двери в мир знаний первоклассникам не так легко, как кажется. А профессия учитель начальных классов очень важная, серьезная и ответственная. Так как преподавателю приходится работать с маленькими детьми, из которых после вырастут граждане с определенными позициями, взглядами, принципами и моралью, формирование которых особое место занимал учитель начальных классов.